Российские чемпионы и призеры Олимпиады в Рио возвращаются в Москву. На этот раз в аэропорту Шереметьево встречали Валерию Коблову. Она завоевала серебряную медаль в вольной борьбе. Занимаемся, чтобы, наверное, потом вот удерживать такие букеты огромные на руках. Вот. Я счастлива. В финальной схватке Валерия Коблова уступила японке Каори Ити со счетом 2-3, буквально на последних секундах. Ити стала четырехкратной олимпийской чемпионкой и первой в истории женщины, которая смогла выиграть индивидуальные золотые медали на 4 олимпиадах подряд. А Валерия планирует выиграть золото на следующих играх в Токио. Коблова всего 23 года, она родилась в подмосковном Егорьевске. Главный болельщик Леры – ее муж Дмитрий. Она признается, что у нее есть традиция перед каждым поединком выдергивать шикарную бороду мужа. Волосок, на счастье, почти всегда помогает. Теперь Дмитрий Коблов стал уже талисманом для всей женской сборной России по борьбе. Вот хватило бы бороды у него на всех.